24 по 27 сентября 2018 года в городе Калининграде прошли мероприятия 3-го культурно-делового форума «Сделано немцами в России. Информация, интеграция, результат». Форум традиционно приурочен к проведению 23-го заседания Межправительственной Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев. Внимание сопредседателей Межправкомиссии к проведению форума превращает его в международную площадку для открытого диалога и обмена опытом между предпринимателями, политиками, специалистами в области российско-германских бизнес-проектов. Мероприятие собрало свыше 140 участников, включая представителей государственных органов власти России и Германии, бизнес-сообществ и общественных организаций двух стран, в том числе членов бизнес-клуба российских немцев и Союза предпринимателей немцев из России. Партнерские связи российских немцев в России и в Германии изначально развивались в сфере культуры. Однако в последнее время активно развиваются деловые контакты на уровне предпринимательского взаимодействия и кооперации в сфере малого и среднего бизнеса. Форум не только способствует укреплению этих контактов, но и позволяет наглядно оценить предпринимательскую активность российских немцев, которые сегодня представляют самые разные сферы – сельское хозяйство, медицину, экотуризм, медиасферу и многое другое. Нет сомнения, что девиз в названии форума «Сделано немцами в России» станет одним из брендов нашей страны, чему способствует проведение культурно-деловых форумов российских немцев. Не случайным местом проведения форума стал культурно-деловой центр российских немцев в Калининграде, призванный дать дополнительные импульсы деловой активности в регионе, развитие сотрудничества и создание партнерств в деловой, образовательной и культурной сферах с организациями в Германии. Участники представили презентации успешных примеров и инновационных проектов, поделились опытом ведения бизнеса в сфере АПК, обсудили благотворительные проекты и социальную ответственность бизнеса, а также взаимодействие бизнеса и средств массовой информации. Участники обсудили инвестиционный потенциал Калининградской области и составили собственное представление о работе ведущих предприятий региона на экскурсиях в Агрохолдинг, предприятия по производству детского питания и знаменитый янтарный комбинат. В рамках форума в Калининграде впервые прошли московские беседы, панельная дискуссия по актуальным вопросам российско-германских отношений. В стенах БФУ участники задались вопросом, что сказал бы Кант о вызовах, которые стоят перед Россией и Германией в преддвериях старта перекрестного года «Науки и образование 2019». Культурная программа подарила жителям и гостям Калининграда возможность посетить премьеры ярких российско-германских проектов, созданных по инициативе российских немцев. Это показ первых серий кинотрилогии «Ein, zwei, drei» и спектакля «Любовь». Форум завершился празднованием Октоберфеста. Символично, что в следующем году форум планируется провести на родине Октоберфеста – в Мюнхене.